Яркие артисты, зажигательные номера, спецэффекты, фокусы, акробатические трюки без страховки. Во Владивостоке состоялась долгожданная премьера шоу «Воды, огня и света». Это совместный проект Российской государственной цирковой компании и Московского цирка Никулина на Цветном бульваре. Шоу захватывает с первых секунд, например, номер «Колесо смелости», где артисты в образе шотландцев без страховочного троса на высоте нескольких метров выполняли завораживающие сальто, а гимнастка Маргарита Чумахидзе на кордеволане бесстрашно парила под куполом цирка. Зрители не уставали аплодировать. Этот обмен энергиями, который происходит, ты его ощущаешь, это дает тебе совершенно другое состояние. То есть здесь это ведь не спорт, и ты здесь не выполняешь строго упражнения, ты здесь выполняешь трюки. Это все в художественной обработке с образом, и сегодня вы видите полный зал. Это всегда особое настроение у артиста, особое волнение, оно приятное. Не обошлось представление и без животных. На манеж вышли обезьяны, макака, сокол, поразившие своими трюками не только детей, но и взрослых. Завершающей частью стало выступление иллюзионистов. Представители семейной цирковой династии Алексей и Анатолий Сокол потрясли зрителей главным номером с цепями, водой и освобождением от оков в считанные минуты. Грандиозный эффект вызывает и льющийся фонтан. Подготовка опасного номера заняла несколько лет. Поделитесь с нами главным секретом иллюзионистов. Мы постоянно делаем и придумываем какие-то иллюзионные трюки. Не закупаем за рубежом, а делаем сами эти трюки, и поэтому это наши фамильные трюки, фамильная династия. Вот вы задали вопрос, да, про иллюзию. Трюки, это мой дед говорил, создаются годами, а разгадываются в считанные секунды. Поэтому если кто-то что-то заметил, ну пусть вот, а кто не знает, это вот наши секреты фамильные. Шоу «Воды, огня и света» – это результат смелой фантазии, колоссального труда, преданности профессии и искренней любви к искусству цирка. Публика вообще как дома, на самом деле. Давно здесь не были, впечатления такие остались со старой вот поездки, еще как-то так, шатковал. Сейчас просто на удивление, как будто народ поменялся, народ раскрепостился, взрывной такой стал, очень приятно. Владивостокский цирк открывает двери фантастическое и приглашает приморского зрителя увидеть то, во что невозможно поверить. Ошеломляющий свет, обжигающие языки пламени, гигантские фонтаны и грандиозные водопады перенесут вас в мир, где три стихии сливаются воедино. Олег Завьялов, Екатерина Князева, Анна Дьякова, Денис Фадеев. Новости на восьмом.